Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на площади Ленина, вот за моей спиной Финляндский вокзал. Сегодня видео, очередная моя встреча с подписчиком. Поедем на рыбалку во Всеволожский район, поэтому сейчас я иду, покупаю билет на электричку, вот, ну и там во Всеволожский подсядет, и поедем сегодня в область на природу. Еще раз покажу вам Финляндский вокзал. Вот так он выглядит. Схема движения пригородных поездов. Здесь у нас книги, вкусная точка. А вон там еще Бургер Кинг есть. Так, а мы сейчас будем покупать с вами билет. Так, вот такие терминалы. Здесь можно оплатить только банковской картой. Так, нам нужно до Ладожское озеро. ₽300, друзья. Кошмар. Так, проверяем Финляндский вокзал Ладожского озера. 16 августа. Стандарт туда-обратно. Полный один. Оплатить. Так. Где наш билетик-то? О. Все. Билет купили, теперь идем на посадку. Кстати, есть вон, видите, терминалы, кассы, там можно оплатить. В общем, за наличные купить и также по подорожнику. Так. Все. Все, вышли. Что-то не знаю, дождик вроде обещают. Ну, вроде так, в течение часа должен пройти. Еще раз хочу показать, уже показывал когда-то у себя на канале, это паровоз Ленина. На этом паровозе Владимир Ильич 2 раза ездил в Финляндию. Так, вот наша электричка. Идем, садимся. Людей немало, хочу сказать, хотя будний день. Приехали на станцию Ладожское озеро. Это наша электричка, это вокзал, и здесь вот такой паровоз установлен. Вон, видите, ребятня по нему лазит. И здесь на станции вот такой кусок якоря. Вот. Дошли мы до места. Это река Морья. Деревня Морья, Всеволожский район. И вот там находится уже, вот, в принципе, видите, да, мою руку? Там уже все, Ладожское озеро. Вот так все выглядит. Мы поменяли свою локацию. Мы вот там вначале рыбачили, там никакого клёва, короче, не было. И перешли вот сюда вот. Так, а здесь уже обед у нас готовится, разогревается. Чё, не поймал? Ты всё, что ли? Да не, я снимаю ещё. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, прожимаем колокольчик. Ну вот, Анатолий поймал рыбку. Крути быстрее ты ее. От кустов отводи. Крути, крути, крути. Опа! Вот это! Душку опусти-ка. А, нормально? Так, сейчас нам надо будет перекусить. Я купил хлеб. Купил вот такой паштет. Банка ветчина консервированная.
кукуруза, булочка. Здесь у нас помидоры. И сейчас момент, покажу вам воду. Вот, еще воды взял. Сварил я еще компотик с собой, но его выпил. Поэтому камера еле стоит на стойке. Так. Ну, я, в принципе, решил, знаете, так на запас взять. Потому что заходили в магазин, который возле станции Ладожское озеро. Я, кстати, в Телеграме выложил фотки. Какие там цены. Там процентов на 50 все дороже, чем во всяких... В лентах, океях, перекрестках, пятерочках. Так, ну паштет мы пока, наверное, есть не будем. Кукурузу тоже не знаю. А остальное пока что мы перекусим. Все. Приятного аппетита мне. Уже идем обратно в сторону станции. Решил вам показать Ладожское озеро. Вот такое большое озеро, шум волн, красота, все замечательно. Все, уже в электричке едем обратно. На улице просто жара, я опять весь пропотел. Опять жаркий день, уже, грубо говоря, конец августа. Все, я приехал домой, смотрите. Вот раз, рыбка, да, и вот два, вот так, такой улов получился. Все, сложил я всю рыбу в холодильник, вся рыба досталась мне, поэтому, Александр, тебе спасибо еще раз. На этом, в принципе, все, получилось такое видео, такая прогулка, всем спасибо, кто посмотрел его, всем пока.